Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Треть аварий на дорогах Кировской области – это наезд на пешехода, информирует управление ГИБДД. В этом году под колесами авто погибли 9 человек, 85 получили травмы. Каждое четвертое такое ДТП случается на переходе. В большинстве же случаев пешие граждане сами провоцируют столкновение с автомобилем, переходя дорогу в неположенном месте или внезапно появляясь из-за объекта, загораживающего водителю обзор. Трасса 101. Каска подорожает из-за падения курса рубля. Такой прогноз делают эксперты рынка. По их мнению, добровольная страховка на иномарки, ввезенные из-за рубежа, прибавит в цене до 25%, произведенные в нашей стране 10-15%. Что касается отечественных автомобилей, то тут тоже не обойдется без роста стоимости около 10%. Трасса 101. И на Porsche бывает проруха. В России отзываются более 5000 кроссоверов Macan, проданных с 2014 года по 2019. По данным Росстандарта, ВИН-коды есть на сайте ведомства, у машин может нарушиться герметичность топливной системы где-то в районе топливного фильтра. Из-за этого вероятен запах бензина в салоне, есть даже риск возгорания. Проверка и ремонт должны быть бесплатными. Трасса 101. Вот-вот новые автомобили в нашей стране массой до 3,5 тонн начнут оснащать этикетками энергоэффективности. В них будет указываться информация об экологическом классе, выбросах углекислого газа и расходе топлива на сотню. Одна из целей нововведения – исключить обман покупателей. По сообщениям СМИ, наличие этикетки – дело добровольное, то есть решает автопроизводитель. Однако, с другой стороны, контролировать ситуацию будет Росстандарт. Трасса 101. В апреле стартуют продажи обновленного Mitsubishi ASX. Кроссовер будет стоить минимум 1 382 тысячи рублей. Внешне он изменился, к примеру, за счет другой решетки радиатора и светодиодной оптики. Внутри 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, иные материалы отделки, моторы бензиновые объемом 1,6 либо 2 литра, привод передний либо полный. Всего предусмотрено 5 комплектаций. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.